от какой-то военной машины вот возле колючей проволоки фонарь остался. Он видно, он зеленого цвета, покрашенный был. Так, проживем. Смотрите, какое маленькое колесо. Но это по-любому не это МиГ-31, это скорее всего, блин, вообще от маленького самолета. Написано модель 05 520 на 125, бескамерная. Ну, ребят, она очень маленькая. Ну, возможно, с МиГ-23, может быть, такая была, две штуки впереди. А мы идем дальше. Ну, а это уже колеса от МиГ-31 однозначно. Там идут по два колеса на стойке. Вот, подкрылевые колеса. Как они мхом уже все обросли. Вот такой лес. Здесь воздух, конечно, вообще просто обалденный. Сегодня нахожусь на тагильском аэродроме Салка. Вы готовы вместе со мной его посмотреть? Мы начинаем. А вот небольшая свалка. Ну, чуть-чуть детали от самолетов видно валяются. Машина какая-то разобранная. Вот хвост от вертолета. От вертолета, скорее всего, Ми-2. Вот куда показываю, там стоит камера. Сейчас поближе подойду, покажу ее. Здесь такой залаз. Смотрите. Ну все, ладно, перебегаем. Да, сам периметр, смотрю, вообще весь в дырах. Вот он, что из себя представляет периметр аэродрома. Ну что, пойдем смотреть аэродром. Вот и все на территории. Короче, даже вертолеты стоят. Сейчас пойдем ближе. Сама полоса. А вот там вдалеке у нас стоят вертолеты. Ми-8, Ми-24 видно стоит. Самолетов пока не видно. Написано курс 320 Н над ВПП-0. Здесь стоял самолет МиГ-31. Тоже ангар для самолета МиГ-31. Написано курс 355 над ВПП-0. Здесь заправщик расхерачен. Цистерна от заправщика. Вот какие-то фильтры. Сюда пока не будем выходить. Один самолет МиГ-31. Довольно много просторного места здесь было для него.
задание почти выполнено. По ту сторону, куда показываю, там стоит будка охранника. Сейчас немножко обойдем с другого ракурса. Какая-то птичка летает, она мне, кстати, садилась уже на передку. Тут рядом будка охраны стоит. Ну и как-то так, задание выполнено. Все, что можно было, показано. До новых встреч, пока. А это был Нижнетагильский аэродром «Салка».Какая хоть модель камеры посмотреть? Чего там вид, хер поймешь.